Люди бегут из стран, где полыхает война, в более благополучную Европу. Ясное дело, что они бегут от войны. Ну, конечно же, действительно очень жаль, что там такая ситуация, что люди вынуждены бежать из своих домов. Мало кто даже сейчас понимает, на сколько, так сказать, миллиардов попала Европа. С другой стороны, нельзя отгораживаться от мира. И, конечно, надо помогать тем, кому плохо сегодня. Ну, должен быть какой-то ответственный, кто вообще эту бучу устроил и для чего она была нужна. Все это может быть и в России, а если учитывать, что в Европе гораздо лучше развиты социальные службы, развиты гораздо лучше иммиграционные службы, чем в России, это надо прямо говорить, то мы можем оказаться в ситуации просто кризисной. В России, конечно, места много, согласен. Ну, вот места, в общем-то, и беженцам тоже хватит. Но, к сожалению, практика показывает то, что эти люди, когда приезжают, они начинают жить по своим правилам, по своим законам. Главное, чтобы работали, чтобы дело шло, там какое-то двигалось, чтобы хоть как-то что-то, не какие-то вот противоположные вещи происходили. Но мне кажется, люди должны друг друга уважать, не воевать и жить в мире.